13 детей, которые прибыли из оздоровительных лагерей в Краснодарском крае с признаками серьезных заболеваний, продолжают находиться под наблюдением врачей. Уже установлены точные диагнозы. Сейчас выясняется, где дети могли подхватить инфекционные болезни. Напомним, поезд с детьми, которые отдыхали в лагерях «Нептун» в Туапсинском районе и «Атлант» в Сочи, прибыл в Архангельск из Адлера около 7 утра 15 августа. По прибытии детей осмотрела бригада скорой медицинской помощи и врачи-инфекционисты. Среди 370 пассажиров в возрасте от 7 до 15 лет у 9 выявили острую кишечную инфекцию, у 4 – ветряную оспу. Двоих пассажиров госпитализировали в состоянии средней тяжести для уточнения диагноза в детское отделение Центра инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы. Состояние здоровья детей, прибывших поездом Адлер-Архангельск 15 числа, удовлетворительное, в том числе детей, которые были госпитализированы в центральный инфекционный стационар города Архангельска. По Северодвинску показаний для госпитализации детей в круглосуточный стационар не было. Все дети находятся под наблюдением участковой педиатрической службы. Состояние всех детей удовлетворительное. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области отправил запрос в Краснодарский край, а также в областной Роспотребнадзор. Там сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств инцидента. С детьми, которым не понадобилась госпитализация, продолжается медицинское наблюдение по месту жительства.